Всем доброе утро, друзья. Сегодня у нас четверг, 16-е. Не знаю. 16-е, 15-е, 16-е. 16-е. 16 августа 2018 года. Так вышло то, что оказывается сегодня моя очередь готовить завтрак. На завтрак подогрею гречку с куриными яичками, с домашними. И салатик. Салат будет из огурцов свежих, помидор, зеленый лучок с майонезом. Вот, приступим готовить завтрак. Гречку подогреем на сковороде. Сейчас подготовил. И будем делать салатик. Так. Зеленый лучок, помидорчики, огурчики. И на ужин мы к вечеру будем готовить вот такую вкусняшку. Наверное, будет рис с удачком. Судака будем жарить. Приступим. Так, разбили яйца. Теперь закроем крышкой и будем ждать до готовности яичек. А огурчики мы будем чистить вот с помощью такого приспособления. Очень удобная вещь, кстати. Почистили огурчики. Быстро, удобно. Это пойдет курочкам. Это сейчас будем крошить. Так как я, друзья, снимаю сам и крошу, так что мне неудобно держать и камеру, и делать все одновременно. Так что извините, если что не так. Накрошили уже лучок. Теперь очередь подошла к помидорам. Остается посолить и добавить сюда майонез. И все готово. Всех прошу к столу. Всем приятного аппетита. Пока-пока.